Вы бы хотели знать немного больше про жизнь в Испании? Какие особенности культуры? Цены на минимальное проживание? Как относятся к нашим в разных регионах? Цены на продукты? Оставлять ли чаевые? И какие достопримечательности или фестивали не стоит пропускать? Все это и многое другое вы сможете узнать на лучшем сайте про Испанию, ссылочку на который вы найдете в шапке канала и в описании. Итак, друзья, сегодня дал маху. Я сегодня дал 30 с лишним километров, и я уже в Хельсингборге, 60 километров от Мальмё. И вот вечером иду погулять, смотрите, вот я здесь не был уже почти месяц, уже стоит елка, видите, все уже изменилось. Немного здесь похолодало, было потеплее, когда я здесь был в ноябре, сейчас уже декабрь. Что-то, как ни странно, суббота вечера, улочки почти пустые. И поеду в центр прогуляюсь. И вот он, Хельсингборг, центр. Смотри, как тут похорошило. Все светится, горит. Сказочно. Все уже, конечно, разукрасили к Рождеству. Одели. Вот она, вот здесь уже елка. Это уже нормальный центр города. Там был такой райончик и центр. А это уже центр города. Доехал. Очень красиво. Друзья, я уже остановился на знакомой парковке, вот недалеко уже в окрестностях Мальмё. Видите, здесь хорошо, где я тогда тоже вставал, летал на дроне. Уже не стал тут я после Хельсингборга искать что-то новое, думаю, здесь стану. И сейчас я еще хочу еще разочек съездить в город Лунд. Сегодня, я думаю, у меня последний день посещения Мальмё. Вечером я хочу уже уехать в сторону, уже в Данию. Вот здесь опять лодки. Вокруг очень много парковок для лодок на зимовку. Вот видите, здесь я очень хорошо, спокойно ночевал, выспался нормально. Здесь вот рядышком дорога, но машин ездит очень мало. Хотя вот море под боком здесь, все очень спокойно. Еще, друзья, вот у меня сломалась эта штука, держатель телефона к велосипеду. Видите, все, блин, такое за 10 евро, слабенькое. Даже месяц он, наверное, у меня не поработал, все отлетело. Выбрасывать можно. И вот, друзья, автодом. Видите, поездил по разным местам. Вот уже колесо все грязное. Видите, когда тут снег, погода минус ноль. Небольшой плюс. Вот попа вся грязная. Такая. В общем, автодом такой грязненький. Надо будет его мыть уже, наверное, перед Германией. Видите, эта страна вообще такая. Прям черненькая даже. Брызги разные. В общем, вот такое у меня после Швеции. Вот здесь вот как куда. Даже грязь попала, потом где-нибудь помою. И вот приехал в Лунд, с того местечка буквально было 7 километров. Видите, хорошая парковка, 2 километра до центра Лунда. И сейчас посмотрим старинный город. Видите, нашел парковочку такую вот в этом месте, в салку каких кустов. А то там, видите, травка. Заехал попой вот на эту травку. Блин, чуть там не содрал у нее травку, поэтому не стал даже там останавливаться. А то сейчас, думаю, проблемы возникнут. Поэтому встал просто вот на такое место. Думаю, сегодня воскресенье, вряд ли кто приедет кусты собирать. И вот мы заходим в Лунд, точнее заходим, заезжаем в центр. Вот я здесь встал уже на парковочке. Здесь город университетов, видите, сколько парковок в море. Отлично. Уже здесь немного поменялось. Такая рождественская обстановка.
как во всех городках. Сегодня у нас 5 декабря. Или 6. Ну, в общем, 5 или 6. Где-то так, я даже не наблюдаю за днями. Ой, это велосипедный магазин, интересный. Велики стоят. И сейчас мы прогуляемся, друзья, по центру Лунда. Ну, классно, как велосипеды. Сегодня, кстати, я хоть кайфанул. Погода немного поменялась. Вот с утра 3,5, а сейчас уже 6 градусов. Потеплее стало, конечно, после Стокгольма. Все-таки вот здесь климат немного другой, сразу же меняется. Стокгольм, считай, разница 500 километров. Достаточно большая. Здесь уже теплее. Поэтому здесь в плане климата зимой в Мальмё, наверное, самая кайфовая погодка. И вот центральная площадь. Сегодня так спокойно здесь. Вот видите, друзья, очень много машин Volvo. Особенно, хотя они здесь все новые, больше даже.
очень популярный. Прям на Volvo, конечно, понятно, что здесь Швеция, она со Швеции эта машина, но прям люди очень поддерживают своего производителя. Основные машины Volvo у всех. Очень мало каких-то Mercedes, других BMW, очень мало. Только такие. И вот уже тут вторая елка стоит. И мы трогаемся дальше из Лунда. Мы едем дальше в местечко Оксид. Сегодня я встречаюсь еще с подписчиками, которые живут в Мальмо. И, друзья, смотрите, на нашей улице тоже праздник. 7,5 градусов тепла. Обалдеть. 5 декабря. Мальмо. Какая погода классная, а? 7,5 градусов. Вообще прям тепло. Опа, опа. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Здесь не надо ехать. Не туда поехал. Немножко. Так, так, так. Опять выезжаем. Так, так, так. Погода очень хорошая. Лунд симпатичный город, друзья, погулял, мне понравился, очень так прошелся. Вот сегодня последний день, я, получается, здесь, Мальмо, надеюсь, последний день, если меня, конечно, Швеция не оставит, то последний день. Вот, и сегодня выезжаю в Данию вечерком. О, кто-то мне написал, что лучше выезжать поздно вечером. Вот, ну, как-то поздно будет, не поздно, не знаю, сегодня воскресенье, в принципе, выходной. Может быть, все нормально будет. Смотрел, по крайней мере, карту. Map.me, там пробка только вот на этом месте, такая небольшая даже, там не красная даже, а просто желтая. Ну там, понятно, надо деньги платить, вот этом, где прием денег за платный мост. Вот, а так вообще никаких пробок нету, все пролетают. Поэтому не знаю там, как здесь сейчас выглядит все это дело. Я думаю, здесь нормальный проезд вполне должен быть. Без проблем. Опа. И вот видите, немножко даже солнышко выглянуло сегодня. Прям приятненько. Солнышко. Отлично. Погода чуть-чуть поменялась. Итак, я приехал вот в гости к друзьям. Даже сам побоялся сюда вставать. Представляете, как Златан поставил машину. Такая парковка узенькая. Вот поставил машину на свое место, потому что парковки здесь нету. Видите, как, друзья, так заехал классно вообще. Эти места почти, вот гаражи стоят. Места нету, так профессионально заехал. И вот, друзья, мы приехали в район. Такой, как криминальный он считается даже, да? Такой. Интересный так. Район Мальмо. Так, все с виду так культурно. Кто-то даже в масках стоит, хотя маски не нужны. Такие с виду обычные домишки.
в лес вообще. Златан так вот. Приехали в центр города вообще моментально. Так обалденно. Тютелька в тютельку уехал. Какие расстояния. Вообще прям чуть-чуть. Здесь так парковаться места нет. И вот, друзья, мы вышли в центр города Мальмо. Сегодня мой последний город. И я надеюсь, въеду в Данию. Видите, какая здесь такая рождественская обстановка. Здесь потеплее немного, сейчас плюс 8 градусов. Получается. После Стокгольма прям жара, можно считать. Все продается, работает. К Рождеству все готовятся. Красиво. Я немножко поснимаю чуть-чуть. Да. Сказочно. Очень красиво. Празднично здесь так. И вот мы идем дальше. И видим уже красивую елку в центре Мальмё. Ой, Мальма, пардон. Правильно называется. Да, сказочно здесь. Вот, друзья, центральная площадь. Красивая. Это самый центр, да? Получается. Здесь короны нету. Нет корон, да, да, супер. Никого в масках нет. Отлично. Друзья, я заправился еще раз дизелем и еду в Копенгаген. Сейчас мне его показывает 40 километров из Мальмё. Мальмё. Вот тронулся в Риме, сейчас уже 7 час. Я еду. В общем, вот поедем через платный мост. Уже почти месяц, как я уже в Швеции, вот возвращаюсь обратно. Итак, друзья, я еду по ночному мосту. Оплатил деньги, где-то вот 100 евро, или даже где-то 110 евро, по-моему, даже что-то взяли, не знаю, может, за удлиненность или еще фиг знает за что, пока непонятно. Вот еду в темноте по мосту. Мост.
Итак, друзья, въезжаю в Копенгаген. Решил все-таки заехать. Вот еду на велике. Уже вечер. После моста все подсвечено. Классный такой велосипедный мост. Велосипедно-пешеходный, точнее говоря. Осталось доехать чуть-чуть. Вообще, конечно, здесь велотранспорт развит просто на ура. Просто супер. Даже немного подустал. Фу-ху-ху. Итак, вот приехал, уже здесь был, в Копенгагене, вот прошел месяц. Вот сейчас такой рождественский стал. Уж сегодня у нас 5 декабря. Все светится. Вечером в этот раз заглянул сюда. Очень красиво. Народ не так много ходит. Вот сейчас захотел зайти тут в магазин, потом увидел, что люди в масках. Оказывается, тут же у них во все помещения надо только в маске заходить. Я уже даже забыл об этом, уже от Швеции отвык. Такая реальность. И вот, друзья, гуляю. Такой вечерний Копенгаген. Здесь немного температура поднялась. Сейчас уже 8,5 градусов. В Мальмо были где-то 6,5, 7 к вечеру почему-то. Здесь уже 8,5. Проехал мост, может быть, чуть-чуть ниже, хотя тут ниже буквально чуть-чуть. Вот сейчас я еще ниже поеду, получается. Уже поеду в сторону туда Оденсе, следующего острова. Я сейчас на острове Зеландии. Сегодня, наверное, здесь уже останусь ночевать. Сейчас где подключу электричество в одном из городов. Вот у меня отсюда 60 километров до этого города. Забыл, как он называется. Завтра вам скажу. Ну, где я уже был до этого в Дании, там было бесплатное электричество. Я вот туда сейчас еду. У меня уже в автодоме осталось одно деление. Уже разряжен полностью, аккумулятор посажен, поэтому надо их подзарядить. И все, и завтра уже буду в Оденсе, если будет все окей.